549 улиц 2017 года отремонтировали в Махачкале по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Это более 500 километров. На сегодняшний день на 16 улицах из 22 уже завершены работы по реконструкции проезжей части. На 6 активно ведется укладка асфальтобетонного покрытия. Ход реализации нацпроекта проинспектировали народные контролеры. Они посетили махачкалинские улицы, где проводятся ремонтные работы. Одна из них – улица Даниялова, протяженностью 850 метров. Были подняты канализационные смотровые люки на уровень проезжей части. Вот. После всего уже мы приступили к укладке верхнего основного слоя асфальта здесь. А в микрорайоне Ипподром тем временем проводится капитальный ремонт подъездной дороги к новой школе. Проводится ливневая канализация. Вот это весь район будет, вот эти воды, которые там потапливали, вот, Ипподром, в том числе вот оттуда с моста, Хушетская вода, вся вот будет ливневку уходить. Уже проложили где-то метров 700 трубы ливневой, тысячного диаметра. Потом хозбытовая канализация 500-го диаметра к школе подводится. Метров 500 проложили уже. И, ну, дальше тоже будет проводиться работа. И вот дорогу где-то метров 300 где-то уже готово под асфальт. Буквально на днях начнем асфальтирование здесь. У ровных дорог появятся тротуарные зоны, парковочные карманы. Народные контролеры отметили качественную работу подрядных организаций. Работы ведутся согласно графику.